В этом году наша компания представила новые линейки устройств, которые не были представлены в 2016 году. Тем самым мы увеличили клиентуру нашей компании, представили беспроводные решения, промышленные коммуникационные сервера и также готовые шкафы. Ну, в первую очередь мы ориентируемся на клиентов из нефтегазового сектора, из энергетики. Рады системным интеграторам, которые занимаются системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, ну и системами контроля и управления доступом. Ну, в первую очередь, интерес к импортозамещению, наверное, сейчас основная проблема, которая у нас есть, да, отсутствие оборудования под производством российских компаний. Мы, в свою очередь, представили бренд Lantan, как раз под программу импортозамещения, и представили ее на своем стенде. Я думаю, что в ближайшие пару лет сделаем упор на беспроводные технологии. Все больше и больше они набирают оборот. На промышленные коммуникационные компьютеры и интернет вещей, да. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов ТБ-форума. Прекрасный большой зал, холл, очень светло, очень много народу. Уровень посетителей на выставке очень высокий, что повышает качество данной выставки. Мы участвуем уже не первый год, и в сравнении с прошлым годом можем отметить, что есть большой интерес посетителей и есть достаточно большая отдача от данной выставки.